Мы Клинол. Мы компания, производящая автохимию для профессионалов. Нас часто спрашивают, как правильно вымыть автомобиль. Мы решили, чего уж мелочиться, давайте вымоем танк. Тем более, что Клинол прославился своим шампунем «Танкист». Итак, вы видите Т-34. Это боевая машина 44-го года выпуска, любезно предоставлена нам музеем бронетанковой техники в Кубинке. Танк нам выдали специально немытый, и в данный момент мы его дополнительно грязним для чистоты эксперимента. Итак, приступаем к мойке. Если ваш танк, автомобиль или другое средство передвижения сильно загрязнены, первым делом необходимо сбить грязь поверхности кузова струей воды под высоким давлением. Покрываем наш танк активной пеной. Используем при этом пенную насадку и шампунь «Танкист», разведенный 1 к 4. Оставляем машину в пене на 2-3 минуты. Пена недаром называется активной. В данный момент молекулы инновационного моющего средства проникают вглубь загрязнений и буквально отдирают грязь от поверхности кузова, не повреждая при этом лакокрасочное покрытие машины. Смываем пену струей воды под высоким давлением. При этом движемся снизу вверх. Это обязательное правило. Вот наш танк в целом чист. Однако мы обнаруживаем не поддавшиеся мойке сильные загрязнения. Это масляные пятна сложного химического состава, к тому же застарелые. Используем средство Клинол двигатель. Покрываем пятна составом, ждем 2-3 минуты и смываем водой. Все, кузов танка Т-34 чист. Вы сами увидели, на что способны наши моющие средства. Бережно и надежно. Отмоем что угодно, от коллекционного автомобиля до танка. Кстати, все этапы мойки и использовавшиеся средства применимы и для вашего легкового автомобиля. Удачи вам! Мойте танки средствами Клинол.